Всем привет! Ну что, осталось совсем немножечко до Нового года, несколько денечков, и придет уже Новый год. А пока все находятся в ожидании, и я решила вас повеселить под конец этого года и снять для вас так запрашиваемый челлендж, или как называется? Да? Челлендж? Вызов принят, в общем, видео-вызов принят. И я зашла в группу официальную свою. У меня есть официальная группа, вау! И сейчас я найду, где-то тут была прям специальное обсуждение было специальное, из которого я буду, собственно, брать вызовы ваши, которые вы мне до этого писали. Вот, я нашла вызовы, вызов принят. Ну что ж, сейчас выбираем какой-нибудь вызов. Так. Ну вот, например, первый вызов от Лианы Злобиной. Лиана просит меня позвонить незнакомцу и заказать пиццу. Ну что ж, для этого мне понадобится мой телефон. И, я не знаю, как набрать. Давайте будем набирать номер. Так, 8. Какой у нас там, не знаю, 945. Бывают такие номера. Следующие цифры я вам не скажу, чтобы потом никому не звонили. Ну и набум там. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вот, у меня получился какой-то номер совершенно, который я не знаю. Звоню. По всей видимости, такого номера не существует. Так, дубль 2. Давайте попробуем. 8. Я знаю, что есть 930 номера. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ой, лишняя одна получилась. Давайте попробуем такой. Да что ж такое? Не везет мне сегодня. Пробуем еще раз, не сдаемся. Так, давайте на 910. Это, по-моему, МТС. 7. Вот, набираю вообще на бум совершенно. Ну как так? Так, что же такое? Давайте на 920. Так, как бы мне набрать? Так, может, не глядя, может, не повезет. Раз, два, три. Сколько еще там надо? Еще 4. Раз, два, три, 4. Может быть, меня интуиция подскажет. Обслуживание абонента временно приостановлено. Бай-бай. Ну что, будем еще раз пробовать? Давайте еще раз. Так, не знаю, 915 давайте опять. Так. Все, если сейчас не дозвонюсь, больше не буду никому звонить. Так можно целый год звонить. Конец вызова. Ну что? Еще раз. Нет, я не сдамся. Еще раз. Так, давайте на 920. Какие там, может, 646? Есть такие номера, интересно? И на бум. Раз, два, три, 4. Последний раз пробую. Алло. Добрый день, девушка, а пиццу можно заказать? Вы неправильно набрали номер. Ой, извините, а ваш номер указан, может, я что-то... Вы... Вызов принят. Девушка, простите меня. Так, ну что? Аж даже это... Покраснели щечки. А переходим к следующему вызову. Следующий вызов. Давайте возьмем опять от Лианы Злобиной. Она кидает мне вызов съесть яблоко с солью. Я пошла за яблоком. Итак, яблоко одна штука, соль одна штука. Если честно, яблоки с солью я еще не ела. И, наверное, никогда бы и не съела, если бы это не был бы не вызов принят. Отрезаем. О, какой-то большой кусок. Я не хочу столько яблока соли. Пробуем яблоко так. Само по себе оно достаточно вкусное. Может, не надо? О, ну, давайте солить. Этого достаточно? Вот, соль. Хотите лизнуть?
Не хотите? Я тоже не хочу. Необычный вкус, если честно. Ну, кстати, не противно, просто как-то необычно. Может быть, в какой-то стране едят соленые яблоки? Ну. Вызов принят? И следующий вызов мы опять возьмем от Лианы Злобина. Лиана, твой звездный час прям сегодня. А Лиана просит меня набрать в рот воду и спеть песню. Пошла за водой. Вода. Лиана не написала, сколько надо набрать воды в рот, поэтому по мере возможности, сколько-то я наберу. На всякий случай я взяла салфеточку, вдруг это все так сделала. Вот так вот. Так, ну что, у нас Новый год впереди, поэтому я буду петь, наверное, традиционную классическую новогоднюю песню. В лесу родилась елочка. Мне уже смешно. Исполняется впервые. Так, первый раз у меня автоматически проглотилась вода. Мне кажется, очень много набрала, надо поменьше. Сейчас все на операторов. В операторах у меня сегодня моя любимая Полиша. Так, ну ладно, давай. Ну-ка, сосредоточились все быстро. Я думаю, что еще недостаточно вторую. Как, по крайней мере, вторую строчку освеет. Зимой и летом стройная, зеленая была. Лиана, спасибо тебе огромное за твои задания для видео «Вызов принят». И тебе привет, как ты просила. Фу, напилась воды, ох. Следующее задание от Анастасии Соколовой. Настенька, добрая душенька, просит меня засунуть в рот 12 жвачек. Не 10, не 5, не 2, 12. И надуть огромный пузырь. Я даже не знаю, вот у меня есть вот такие две. Я вообще не жую жвачки, пришлось заранее подготовиться. И я понадеялась, что они будут вкусные хотя бы. Но они оказались достаточно большого размера. И мне кажется, я не знаю уж как там насчет того, чтобы надуть же пузырь, хотя бы просто бы засунуть и хорошевать. Так, раз, два, три, четыре. Боже, они такие огромные. 5, 6, 7. Кто-то уже украл эти. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Там еще осталось. Но у меня будут пополам какие-то вкусы. Я буду надувать вам жвачечный пузырь из тропического микса и тутти-фрутти. Понятно? Так, ну что, как это все? Слегает в рот. Пахнет, кстати, очень вкусно. Поехали! Вкусно? Жевать-то все тяжелее и тяжелее. Ну, вкусно, слюне полный рот. Надо было две таких брать, но это мне меньше понравилось. Ну, Настя! Еще чуть-чуть осталось. Ой, как мясное это, блядь. Боже, их же жевать даже не могу. Чувствую себя коровой, которые жуют траву целый день. Жадной коровы, которая набрала целый рот травы и не может проживать теперь. Последняя. Мало того, проживать еще и пузырь настрянут. Здесь мышцы устали, теперь с другими зубами.
Внимание, сейчас будем пробовать надувать пузырь. Не представь слюни. О, не было таких жвачек поменьше, интересно. Не считается. Поля говорит, не считается. One second, please. Как это делать? Почему нет инструкции по применению? Как я еще чавкаю. Вот, ну все. Со слабой плевывать. Фу. Ну, Настя Соколова. Привет тебе большое. И вызов принят. А, я и так жвачки не ем, а теперь вообще глаза мои на них не смотрели. Все. Так, ищем следующий вызов. Так. О! После жвачки такой сладость такая во рту, и прям вот вызов от Карюсик Ивановой выпить стакан воды за 24 секунды как нельзя кстати. Опять пошла за водой, всю воду уже в доме выпила. Ой, ну что, Карюсик, вот у меня стакан воды и тайна. Я очень люблю пить воду, но на время я никогда ее не пила. И даже не знаю, 24 секунды это много или мало? Мне кажется почему-то, что это достаточно много времени. Ну, проверим. Я так понимаю, что надо ровно за 24 секунды выпить. Надеюсь, вам все будет видно. Итак, 3, 2, 1. Я даже успею сказать вам, какая вкусная вода. Мне еще целых 20 секунд. А, ой. Ровно 24 секунды было. Все, кажется, я была права. 24 секунды это много для того, чтобы выпить стакан воды. Хотя стакан тоже бывает разный, конечно. Но вызов принят. Тебе привет, спасибо за задание. Переходим к следующему заданию. Что, кто там следующий попадет в мое видео? Лиза Скачкова предлагает ответить или написать сообщение случайному своему подписчику. Это я вообще запросто. Идите ко мне поближе, я вам все покажу. Так, как вы видите, мы находимся на моей страничке. Переходим в друзья. Заявки в друзья. И выбираем. Ну, вот просто вот методом, как говорится, тыка. Давайте кого-нибудь там так вот. Из серединки, наверное. Вот, Вика Еремина. Вот, из Самары. Вика, тебе большой привет. Мне кажется, ты сейчас попадешь в видео. Давайте ее добавим в друзья. И напишем сообщение. Вика была в сети 2 часа назад. Все, сообщение отправлено. Вызов принят! Еще возьмем парочку, тройку вызовов. Так, кто попадет у нас, счастливый обладатель? Йога. Нет, йоги у нас уже предостаточно. И Полина из папы йога, и с мамой йога. Хватит. Смотрите уже существующие видео на каналах. Так. О, Полина Кириллова. Делайте 15 селфи со своими котейками. Полина, вызов принимаю твой. Котики, я иду к вам.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Пятнадцать. Раз, два, пятнадцать, шесть. Пятнадцать селфи, ура! Вызов принят. Выложу фотку в Инстаграм, прям выложу все 15 штук. И еще два вызова я нашла интересных. Первый вызов опять от Анастасии Соколовой. Как ты его пропустила сначала? Настя предлагает мне нарисовать себе усы, выйти на улицу и говорить с французским акцентом. Вы представляете? Ну что ж, я готова принять этот вызов. Для этого мне понадобится зеркало и что-то, чем нарисовать себе французские усы. Bonjour, madame. У меня есть зеркало, у меня есть карандаш. Французские усы сейчас будут у меня. Зеркало у меня какая-то расческа. Можно причесаться. Так, ну что ж, я не совсем уверена, что знаю, как выглядят французские усы. И что значит французский акцент. О! Ус! У вас ус открылся. И я похожа на француза. О, Париж, Париж. Пойдемте на улицу. Вам хорошо? Видно мои усы? Я буду говорить с французским акцентом. О, Париж, Париж. Хожу по улице и разговариваю на французском практически языке с французским акцентом. Bon Paris, merci, bye-bye. Настя, вызов принят. Спасибо, Настя, тебе огромное за такие необычные задания для видео «Вызов принят». И я еще одно задание выбрала от Даши Кравчук. Оно тоже уличное. И Даша предлагает мне скатиться с снежной горки на санках. Легко, с удовольствием, пока снег не растаял, побежала! Да, за санки побежала. Санки, горка, я поеду на санках в горке. Надеюсь, моя попа влезет в санки. Ой, мамочки, ну что, 3, 2, 1, вызов принят! Недалеко мне. Почему я так не уехала? А, снег собрался. Так, подождите, вот я тут перевернула. Какую-то штуку не той стороной. Так, дубль два. 3, 2, 1. Вызов принят! Ну, в общем, вызов принят. Фух, ну что, я и прогулялась благодаря вам. Надеюсь, вам понравилось это видео. Оно уже подошло к концу. Спасибо вам еще раз огромное за ваше задание для этого видео. Если это видео вам понравится и вы захотите еще такое в 2017 году, ну, конечно же, я не смогу вам отказать. Поэтому пишите под ним внизу задание. 2016 год уже подходит к концу. Осталось совсем мало дней. Подумайте, какие добрые дела вы еще можете успеть сделать в этом году. Может быть, одним из добрых дел будет ваша подписка на канал замечательной девушки Маши, которую я вам сейчас покажу. Маша не совсем обычная девушка. У нее детский церебральный паралич. Но это не мешает Маше оставаться очень улыбчивой, вести и стараться обычный образ жизни и не зацикливаться на своих проблемах. В своих видео Маша с удовольствием делится своей жизнью, какими-то историями, снимает челленджи, DIY. В общем, обязательно зайдите на ее канал и не забудьте подписаться, если канал Маши вам понравится. Ссылочку на ее канал я обязательно оставлю в описании под моим видео. С наступающим всех Новым годом и до новых встреч! Пока-пока! Как по-французски будет? До свидания. Au revoir. Au revoir.